тошноты нет? Нет, сразу после операции исчезла тошнота. Исчезла тошнота после операции? Да. Теперь врачи этой больницы смогут помочь еще большему количеству пациентов. Два медучреждения объединили в одно – многопрофильное. Бывшие 11-я и 12-я горбольницы станут больницей скорой медицинской помощи номер 2. Здесь будут оказывать экстренную помощь не только барнаульцам, но и жителям Новоалтайска, Первомайского, Павловского и Шилобольхинского районов. Это будет большой объем работы, и круглосуточно работать 7 дней в неделю – это, конечно же, будет такой большой поток, большой объем. Несмотря на большой поток и объем экстренно оказывания помощи больным, от плановой помощи, конечно же, мы не откажемся. И плановая помощь будет тоже пациентам оказываться. Та, которая выполнялась всегда, все эти годы. Решение открытия второй больницы скорой помощи появилось из-за того, что индустриальный район Барнаула за последние годы сильно вырос. Чтобы медики успевали быстро реагировать, решено было создать второй филиал такого профиля. Больницы планируют соединить новым семиэтажным корпусом. Он будет включать большой операционный блок и новые отделения, в том числе кардиологическое. Сочетание сосудистой хирургии и мини-инвазивных внутрисосудистых вмешательств, которые будут использованы как в экстренной хирургии, это современные технологии, новейшие, так и у пациентов с инсультами геморрагическими, то есть это и нейрохирургические операции. То есть здесь планируется делать полноценный такой центр нейрососудистый, где будут пациентов не только консервативно лечить, но и вмешательство хирургического эндоваскулярного плана. На сегодняшний день здесь работают сразу несколько отделений от неврологического до урологического вместительностью около 800 коек, не считая ковидного госпиталя. Планируют расширить до 1300 мест. Кроме того, медучреждение уже включает уникальные методики лечения, которые со временем только расширят. Комплекс для дистанционного дробления камней почек и мочеточников – это лазерный литотриптор, который мы приобрели год назад, уникальная установка для дробления камней и удаления опухолей мочевыводящих путей. Вот. И еще одна из методик, которую мы внедрили, вернее, внедряем вот за последнее время, это биполярная резекция аденома предстательной железы. Причем мы планируем со временем, ну, в ближайший, наверное, год, перейти на полностью эндоскопическое лечение больных с данной патологией. На реализацию многочисленных планов, по словам врачей, уйдет порядка 5 лет. Строительные и ремонтные работы имеющихся корпусов начнутся уже в этом году. София Яценко, Вадим Быстревский, «День с толком».